Окей, ребятки, привет, я Дима. Мы в Assassin's Creed Syndicate отправляемся к Чарльзу Дарвину вместе с Иви Фрай в район под названием Стрэнд. Не знаю, где сейчас Чарльз, там именно, где он выискивает новые виды цветочков, чтобы изучить их, естественно. Но с ним происходит кое-какая интересная история, в которой мы помогаем ему разобраться. Кто-то очерняет его имя, кто-то хотел купить весь его труд, но с условием того, что он застолбится за ними, этот самый труд. То есть Чарльз Дарвин будет вынужден работать только на них. Так что такие дела. Итак, вот он Стрэнд, а вот он Дарвин. Он, кстати, возле... Это что? Это что за здание? Не знаю. Кстати, смотри-ка. Тайны Диккенса и Дарвина, орхидея Дарвина. О, еще одно задание появилось у нас. Интересно. Ух ты, еще одно неприятное тайна Чарльза Дарвина. Офигеть. Так тут еще миссии, копай не перекопай, ребята. Это здорово. Плюс ко всему я еще собирательством маленьким занимаюсь. Здесь поблизости в Стрэнде я не вижу ни бутылок, ни цветочков. Так что думаю, можно просто отправиться к Дарвину. Да. Жестокая карикатура, узнаем, кто это сделал. Кому это надо вообще? А вы усаживайтесь поудобнее, приятного вам аппетита, хорошего вам настроения. Давай, Чарльзик. Ну-ка, красота. Да это вокзал, да, значит, по сути. Или это рынок? Похоже и на то, и на то. Я не помню, что это за здание. Рынок. Ну да, такой типа торговый ряд. Простите, Чарльз Дарвин. Жестокая карикатура. Ну-ка, давай посмотрим. Узнаете, кто же так не любит Дарвина? Ну да, это хочется сделать. Что мы скажешь, Чарльз? Обезьяны. Если бы не нынешние обстоятельства, я бы похвалил стиль автора. Какие глупцы! Прогресс не остановить, печатая листовки и убивая газетчиков. Мы должны найти виновников, пока не пострадал кто-нибудь еще. Пожалуйста, найдите эти ужасные листовки и избавьтесь от них. Так, может, мне нужно... Может, удастся поймать расклейщиков с поличным? Ну, может быть. Благо, я знаю, где остальные листовки. Не спрашивайте меня, откуда. Теперь мы понимаем, за что на Дарвина все так ополчились. Короче говоря, все это было из-за его теории. Вот и все. Из-за его... Мы не обезьяны, но... Да, теория Чарльза Дарвина о том, что люди произошли от обезьяны, в свое время высмеивалась людьми еще как. По-моему, я человека под лестницу загнал только что, не знаю. Если пересмотрите все это дело на перемотке, то, может быть, заметите. Какие-то проседания небольшие в FPS я замечаю. Так, хорошо. И кто же расклейщик? Итак, здесь где-то должна быть еще одна листовочка. Нужно искать скопление людей. Ну вот если бы я делал это задание без вот этого орлиного зрения, да, а сам бы действительно выискивал, то я бы просто тут искал скопление людей, потому что, как мы поняли, люди...
Люди не очень довольны этой теорией и, в принципе, высмеивают вместе с... Ну, то есть толпа высмеивает вместе с... зачинщиком всю эту историю об обезьянах. Простите. Как же вы живете-то так, а? Пипец. Ни от выв, ни от взрыва, ни от падения этих ящиков не погибли. Ты посмотри, какие живучие. Жесть. О, я восстановился. Я восстановился, кстати, от взрыва. Походу... сорвало, да. От взрыва, походу, сорвало листовочку со стены. Хорошо. Так, осталось тогда последнее. 237 метров отсюда. О, какой вид. Какой монументальный вид, вы посмотрите. Красота. Не, ну, дурак. Скажет, что нет, Харви. Как красиво. Да. В этом костюме мы умеем становиться невидимым, напомню. Спустимся за сундучком. Просто почему нет? Я обожаю эту игру. Вы что хотите, говорите. Я очень расстроен, что Синдикат продался малым тиражом, потому что вот этот движок Unity, Синдикат, он мне очень нравится. Я, конечно, понимаю, что над новым теперь работают еще больше, но мне кажется, это будут такие изменения, которые могут и похоронить вообще сюжет и серию. Так что... лучше бы делали вот то, что делают. Наверное. Ну, мне так кажется, потому что я просто... боюсь, что загадит, так скажем. Так, это листовщик вообще, да? Да ядрить. Господи, мы же в Лондоне. Я забыл. Тут левостороннее движение. Давай! Да не боись, ты догоним, мне кажется. Контрабанду везут, суки. Прям под нами. Еще один... еще два вообще охерели. Срывай давай. Все, хорошо. А где в итоге тот, кто все это дело распространял? Плакат. Мы, кстати, смотри, в какое место приплыли, да? Ой, нашел. Эй! Эй, ты что собрался делать? А срывать надо вот это? Черт, ладно. Ладно, ладно. Но это опять один из тех, кому заплатили, просто чтобы распространял эти плакаты. Ничего особенного нет. Хотя, может, он нам скажет, кто заплатил таки. Кто этот наглец? Твою мать, сколько много людей с дороги, ядрить. А ну стой, ну. Может, его просто невозможно догнать. Может быть, как и в случае с прошлым человеком, за ним просто надо бежать.
А после произойдет что-то заскриптованное. Может быть. Мужик делает труп какой-то, жесть. И как будто бы в романе Карлоса Руиса Сафона оказался Марина. Спустился вниз в канализацию и скоро увижу. Увижу с творениями ада просто. Холодными кубами бешеного ученого. Почитайте. На самом деле... интересная очень история. И написано красиво, как Карлос Руис Сафон умеет. Не шибудьте. Оп-оп-оп-оп-оп! Ты посмотри. Пойдем-ка разберемся сначала с этими двумя стражилами. Вот и все. Итак, возьму-ка я вот это добро. А, здесь динамита хватает, да? Значит, брошу вот сюда. Не, брошу, я имею в виду прям брошу. Реакция выведет из строя все. Да, так и есть. Так, что это? Может, наверх заберешься таки? Вот, отлично. Здесь выйти получится? Да, я думаю, да. Ну, а так мы как раз назад бежим. Представляете, как обидно вот так вот в чисто белом бежать и потом бамс, споганить себе все. Испачкать. Просто из-за того, что нужно проскользить на жопе. Под решеточкой. Доберитесь до выхода. Ну, кстати, выход был и с той стороны. Блин, здесь труп так и лежит. А, так ты не труп. Он просто так искривлен был. Странно. Очень. Очень странно. Ну ладно, повредите все печатные станки одновременно. Вон какое испытание было. Ну ладно, это было круто. Хорошо, но не очень круто. Добро. Так, нет, ты мне не нужен. Мне нужно следующее вспоминание Дарвина. Идрить, я в Саутарке вообще. Есть что-нибудь поблизости? Нету. Так, тогда... тогда сюда. Неприятная тайна. Ну да, чё. Можем, конечно, тайны Диккенса и Дарвина, орхидея Дарвина, выполнить. Но я думаю, нам нужно сюда сначала сходить. Королева Виктория. Так, давай вот сюда, наверное. Давай, да. Та-т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 а. Там же в Саут-Арке есть... это же Саут-Арк называется, да, район? Там же есть Королева Виктория. Но к ней мы вернемся попозже. После того, как с Диккенсом... ой, с Чарльзом... ну, в принципе, и с Диккенсом, да, закончим до конца.
Шоссейные дороги обустраивались исключительно с помощью людской силы. Свеженасыпанный щебень утрамбовывался железными что-то. Там я не дочитал, я очень быстро читаю, но не в этот раз, естественно. Большинство пабов было принято приходить со своим мясом, отбивную или просто кусок мяса, приобретенный перед этим у мясника или в харчевне, отдавали хозяину заведения, который сам готовил их на огне. То есть ты приходишь со своей едой, которую для тебя готовят. Ну, именно не едой, а с мясом. Забавно. Так охотники могли как бы живиться. Ну, в старые давние времена, наверное, так и было. Итак, дамы и господа, Вестминстер. А, ну да, не Саут-Парк, а Вестминстер, что это я? Ох, жесть. Выглядит, да? Ох, выглядит-то как все это. Потрясающе. Чарльз Дарвин, дамы и господа, в 300 метрах от нас. Ах, нос у меня... Нос зачесался. Хорошо. Давайте возьмем... Да, еб твою мать. Пасантре! Охеревшая, что ли? Вот так. Давайте возьмем, да, экипаж. А, блин, а мои пацаны стоят нормально и ничего не делают. Мы район захватили, а они такие просто стоят, письку те ребят друг другу. И даже не пытались помочь, блин. Офигеть. Ой, засмотрелся. Засмотрелся, заехал туда, куда нельзя заезжать. Что поделать? Тормози. Ну, давай. Потише. Ай, да брось ты. Хорошо. Как здесь дрова не сыреют? Не понимаю. Неприятная тайна Дарвина. Выясните, что за странный цветок появился в Лондоне. Давай выясним. Листки больше никто печатать не будет, наверное, если не построят новую печатню. Ах, нос зачесался. Нос, не чешись. О, это вы! Очень рад вас видеть. Вы как раз кстати. Похоже, в этом самом парке обнаружили крайне токсичное растение, которое вызывает галлюцинации. При этом наука о нем пока и не подозревает. Боюсь, жители Лондона в опасности. Поможете разобраться? Конечно. Я как Чип и Дейл. Застрелите тамплиера в облаке пыльцы. Вопрос. Наверное. Ну, это вот как раз дополнительное испытание. А что? Не понял, что за вот типа письмо? Чье письмо? Предмет из воспоминаний. Королевская переписка. О, забавно. Здесь кто-то сидел, бухал вино и писал письмо. Так... Тамплиера тут нет. Ух. Подозрительный цветок. Да уж. Мистер Дарвин не ошибся. О, голова кружится. Так, а там еще будут тамплиеры? О, кошечка. Киса, 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 киса. Точнее, там будут тамплиеры у дальнейших цветках. Не еще, а вообще хоть один. Блин, никто не выходит отсюда. Вот сидят, давятся. Еще одни меньше. Тупыри, но не выходят. Дикий долбай. Класс. Должно быть, это следы нашего цветочника. Пусть будут у тебя патроны, пожалуйста. И у тебя, пожалуйста, пусть будут патроны.
И у тебя, пожалуйста, тоже пусть будут патроны. Как тебя раскуролесило. Хорошо, мне еще 3 патрона нужно. Еще 3 патрона. Найдите источник. О, здравствуйте. Синхронизация лошади убиты. Что, серьезно? Что? Я хотел не в лошадь стрелять. Я хотел в него прям в лоб. Бэм! Ну, видите, как вот... 2012 год. Абстерго получает в свое распоряжение труп Дезмонда и использует его генетическую память как материал для работы своей новой студии разработки, основанной на Монреале. В Монреале, точнее. Абстерго. Название нравится. Так, хорошо, откуда начнем? Где-то источник. Бегом, 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 бегом. Блин, сзади него будет так себе ехать. Это все. Вот и все, пожалуй. Так, есть в тебе что-нибудь полезное? Патроны там. Либо ножи. Один патрон у него было. Так, хорошо. Отнесу их мистеру Дарвину. Отнесу. Отнеси. В общем, это было тупо, ну ладно. Я хотел слезть, чтобы листовку снять, а он такой, типа, вы покинули Он сказал, вы покинули запретную зону, ну потому что я вышел из красной зоны, да. А темнеть начало в глазах из-за того, что я в дым зашел, так что... Я просто, я сиранул, я подумал, что все, проиграл, сейчас проиграю. Эффект такой был странный. Подожди. Во! Простите. Вам всем придется подышать этой дрянью. Это не мудрено будет, если я впишусь в кого-нибудь действительно на повороте или так, просто обгоняя. Но надо бы действительно поспешить, а то я очень много этого говна позади себя оставлю. Благо он растворяется быстро в воздухе. Честно, и нету источника рядом никакого нового. Тихо. Чуть не сдавил его. Вот так вот. Отлично. Только как мои догадки были верны. Ядовитые испарения выделяют не цветы, а горшки. В них что-то добавлено. Какой-то галлюциноген. Думаю, нечто похожее на сироп спокойствия. Это всего интересного. Не обращаем внимания. А как мы это сделаем? Думаю, я знаю, где мы его найдем. Кому нужно пробиться населения Лондона? Я знаю, где мы его найдем. Кого он найдем? Такое коварство? Определенно не доктор Эллиотсон. Кто тогда? Организация, которая... Боюсь, что ваши враги не хотят расставаться со своим токсином. Возможно, стоит ехать прямо перед ними. Уверен, испарения помешают им догнать нас. Прибыль!
Превосходно! А теперь скорее уничтожим наш груз. Мы почти на месте. Одну лошадь случайно убил, ядрить. Так, тут какие-то мальчики еще. Я бы на вашем месте отошел, ребята. Уйдите отсюда, здесь динамит. Не, ну в натуре, уйдите отсюда, здесь динамит. Я, по-моему, сейчас убью человек 5. Вот так авантюра. Бодрит, надо сказать. Жителям Лондона крайне повезло, что вы... Особенно вот этим вот. Крайне повезло. Особенно, говорю, вот этим вот. Меня ждут дела. Вы же без меня не пропадете? Ну, вообще, по логике, надо было взять динамит просто, отвезти повозку и все. Эх! Нейтрализуйте экипаж врагов с помощью цветов? What the fuck? Я вроде с помощью кинжалов это сделал. Но, похоже, игра знает чего-то, чего не знаю я. Так, дойдем сюда, а потом до лавочки. До лавушки-буравушки. Ладушки? Дарвин. Раз, два, три. Там нога оторванная лежит, кишки. Никто ничего не делал. Там причем враг какой-то даже остался. Его сейчас мои мутузят. Ничего, пусть мутузят. Давай, срывай. А, нос. Так, и лавка. Лавка, вот она. Лавка нужна, очевидно, для того, чтобы восполнить боезапас. Боекомплект. Боезапас, боекомплект, ну вы понимаете. Короче, кинжалы, пистолеты, вот это все мне нужно пополнить. Ну и на самом деле буду с вами на этом прощаться, потому что продолжим мы уже в следующей серии. Мы, наверное, пойдем. Судно контрабандистов. Нос. Мы, наверное, пойдем выполним вот эту миссию, Орхидею Дарвина. Я сейчас посмотрю, есть здесь еще одна миссия, да. Борьба за существование. Видишь, здесь появился еще один квест от Дарвина. Прям очень много его. Так что это хорошо. Выполним это, а потом выполним это. Не, на самом деле выполним это лучше. И потом, когда вот эти буквы закончатся, перейду на эту букву. Так что, да, увидимся в следующей серии, как я сказал. А сейчас будем перемещаться отсюда. Дальше круче, ребят. Покеда.